Акция «Пояс здоровья» проходит в Краснокамском районе не первый год. У сельчан есть возможность пройти медицинское обследование недалеко от дома. Глава администрации района решил лично проверить, как проходит акция, и убедился, что земляки действительно ее ждут с нетерпением. Ведется большая работа по реализации национального проекта, направленного на сохранение здоровья населения. И данная акция «Здоровая республика, здоровый регион» – это еще одна возможность нашим жителям продиагностировать те или иные заболевания, получить квалифицированную помощь специалистов. И важно то, что этот пояс здоровья приезжает в нескольких муниципалитетах и таким образом облегчает условия нашим жителям прийти, получить квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая в республику, в Уфу, в другие центры медицинские, и тем самым решить вопросы на месте. Мы очень рады, что пояс здоровья к нам приезжает уже не первый раз и квалифицированно оказывает медицинскую помощь, тем самым сохраняя здоровье, проводя большую профилактическую работу. Для проведения данной акции были сконцентрированы силы центральной районной больницы, наших фельдшеров, для того, чтобы жители не только четырех сельских поселений, в которых у нас пояс здоровья, но и соседние сельские поселения, жители могли пользоваться квалифицированной помощью и получить хорошую диагностику. Большое спасибо нашим медикам за эту системную, плановую и очень эффективную работу с нашими жителями. Обследование ведут такие узкие специалисты, как эндокринолог, невролог, хирург, онколог, офтальмолог, стоматолог, психолог, дерматовенеролог и другие. И все это в одном месте, без предварительной записи. Безусловно, такая акция активно поддерживается населением. Охват населения нашего 8-го участка плюс еще соседних деревень. Народ последние года очень хорошо относятся к своему здоровью. И вот очень рада, что у нас такие поезда организованы. Они любят по врачам ходить. У нас население смотрит, наблюдается, приходит. Вот вчера у нас было больше 100 человек у каждого специалиста. Сегодня вот то же самое. Уже по 30 человек уже были. Берем анализы, вот проводим маммографию, УЗИ по показаниям, флюорографию проходит, спирометрию проводят, и еще у нас РосВИЗ, все, антропометрия тоже делается. Огромный плюс подобной акции еще и в том, что проходит своевременная диагностика и назначается эффективное лечение. Автопоезда оборудованы всем необходимым для проведения полного профилактического осмотра. Сегодня четвертый день работы, уже 14 числа, четвертый рабочий день. И осмотрено у нас около 400 человек, и впервые выявлено заболевание уже 139. Работает передвижной комплекс маммографии, передвижной комплекс флюорографии и передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Задействованы терапевты и все узкие специалисты ЦРБ Краснокамского района. В общем, акция продолжается. Следующий после Нагаева, следующий населенный пункт у нас Новокабаново. Два дня будем работать. И завершающий этап в нашем районе – это село Никольск. Там тоже два дня. Как было отмечено, в ходе данной акции были поставлены диагнозы, о которых пациенты даже не догадывались. В итоге начато своевременное лечение, и драгоценное время не было упущено. Акция «Пояс здоровья» продлится в районе до 26 июня. Главная цель – охватить профилактическим осмотром как можно больше жителей.